Друзья мои, всем огромнейший привет! Многие из вас соскучились по землянке, говорилось это и в комментариях, да и сам я знаю, потому что я соскучился по ней капец как. Последний раз я здесь был неделю назад, и то проходом. С Андрюхой мы заходили, забирали ложку, там жерлицы оставались у меня, нож, короче говоря, то, что мне пригодилось в дальнейшем в рыбалке. Сейчас же я пришел сюда с целью половить рыбы и отдохнуть. Друзья, скажу прямо, уже вечер. Весь день я рыбачил, и как это проходило, это было просто изумительно. Как это все проходило, вот, друзья, вы сейчас увидите. Но в дальнейшем, после того, как вы посмотрите, как я порыбачил, приглашаю вас к себе в землянку, она как раз протопится, и проведем время там. Так что, друзья, смотрите, как я провел сегодняшний рыболовный день. Шнурочек первый попался на новом месте, стал экспериментировать местами, значит, за траву-то вела, тут только выставился, далеко флаги друг от друга стоят. Так, я, пожалуй, если смогу сейчас отцепить, то я отпущу, слишком мала щучка. Так, друзья, освободили щучку. Давайте отпустим, не знаю. Надеюсь, все с ней будет хорошо. Крови не пустили ей. Аккуратно отцепил, постарался, как мог. Маловато, даже по нашим меркам. Что в ней, грамм 400, наверное. Я надеюсь, что у нас будет результат дальше. Неплохой. Хотя я сегодня рассчитываю на ужин себе наловить, если... У меня просто провизии с собой взято мало, чтобы не тащить все с собой, я решил понадеяться на рыбу. Опять такая же, причем сразу видите, подо льдом и стояла. Так, а что ж, мы эту отпустим? Потому что крючок-то торчит удачненько. Тихо, тихо, девочка. Где покрупнее? Где килошнички? Давай, пошла. Оп, хотел с другой стороны сверху заснять, но ладно, ушла и слава богу. Пойдем-то за зубцом, насадимся. Пес одиночка прибежал и убежал. Второй образовался, собачка. Ну, вот эту возьмем. Здесь уже грамм 600-700 есть. А что такое гремит? Шум какой-то. Ладно, не в этом дело. Короче говоря, без ужина мне остаться неохота. Этого мы возьмем хвоста. Нормальный, это покрупней в любом случае. Я уж думал, я когда тех отпускал, думаю, я сейчас довыпендриваюсь и останусь сейчас бородой на ужин. Но это, блин, сам Бог велел забрать. Друзья, что сегодня радует меня, это три сработки пока было. Очень редко, да, срабатывают. Блин, я даже как-то опечален вот этим фактом.
но они все результативные. О, еще одна стала сзади. Не знаю, попала ли в объектив. Пойдемте проверять. Четыре ноль в нашу пользу. Опять шпиончик. Давай, шпиончик, тихо. Сейчас тебя отпустим. Да блин, как ты так вот выскальзывать-то умудряешься из рук? Тихо. Нравится мне, когда сработки, пусть даже вот с мелкой щукой, но не холостые. А то ходишь так вот, как последняя рыбалка была. Я даже ролик не заснял, сработок 10 было, и ни одной рыбки не было поймано. Такая была опечаленность. Ну вот тут что, сработки есть, не дают скучать. И видя, как это получилось, опять в течение одной минуты две сработки сразу, а долгое время сработок вообще не было. Эту мы отцепляем. Ну давай, как ты так-то там, вроде все уже. И отпускаем. Оп. Ребятки, ситуация опять довольно интересная. Флажок не сработал. Хожу, перепроверяю, живцы нормально или нет, хотя чувствуют. И бац, щуренок. Щуренок. Ну, полкило есть, но в любом случае я его отпускать не буду, потому что заглотил он очень глубоко крючок, двойничок. Блин, так вот каждый раз вот бывает какой-нибудь доказус на рыбалке, вот один из них пошел. Ну я чувствовал уже, что рыба, но не стал там камеру устанавливать. Блин, да как же глубоко у него крючок, друзья, аж кишки у него вот там через жабры торчат. О, выплюнула, блин, удачно. Щучка тоже хороша, возьму такую в любом случае. Но сегодня просто раздача очередная щук, но, блин, маленьких. Это что получается, три я отпустил, и три я уже беру, это уже 6 штук. А рекорд у меня на этом озере 6 штук. Так что это нормально пока идет все. Но... только сработала недавно она, и снова подъем, и снова рыба. Офигеть, вот эта, которая не сработала. Я ее перезарядил, прошло минут 5, перетрес другие, и вот уже мы близки к заветной килошке. Но поменьше тут она, тоже грамм 700, наверное. Но все равно приятно. Вон, вторую щуку не унес еще с места, и бах! Рекорд мой личный по этому озеру побит. 7-я щука на льду. Отлично. Кстати, друзья, она либо в сетке была когда-то, ну, скорее всего, она в сетке была когда-то, царапина такая, либо ее били острогой, но промазали, скорее всего, второе, потому что с одной стороны полоса, с другой стороны нету. Острогой били, и попала она зубом по ней, по краешку. Вот, приглядеться, если видно, полоса идет, скорее всего, вот, как раз таки от зуба остроги. Друзья, чтобы потом у избушки не мучаться, я сейчас возьму одну из щук
И сразу я здесь вычищу. Промою, все, у меня полотенце есть, руки вытеру. На улице не холодно. Пока поклевок нету, можно заняться чисткой рыбы. По сути, можно вообще все вычистить, домой нести уже чищенную. Может быть, даже я этим займусь, как дело пойдет. Поменялась, друзья, погода. Стало пасмурно. И поклевок вообще не стало. Абсолютно тишина. Я в течение часа уже сижу, если у меня больше поклевок нет вообще. Вычистил всю рыбу, как планировал. Сначала одну, потом потянуло. Все вычистил. Дома легче. Пришел сразу на сковородку, потом раз, и все. А то не люблю дома пучкаться, вот это все. Вот это. Ладно, летом чистишь, вышел во двор, почистил, и все. Это сейчас все делать проблематично. Чистил рыбу, и сейчас специально вскрывал желудки у щук. Дома как-то чистил, до этого внимания не обращал. Думаю, сейчас в этом году интересно. Дай-ка я попробую желудки поскрывать и посмотреть, что внутри. Ведь, как мы понимаем, щука – это хищник, который питается другой рыбой. Но в этом году, допустим, на удочку здесь ничего не клюет, и мне было интересно, чем питаться, да, вот щучка в данный период. Из четырех пойманных, взятых с собой щучек вычищенных, в одной только была рыбка, в самой крупной щуке была рыбка. Не знаю, плотвичка походила. Может, ее, она здесь есть, может, она жерлиз также сворована была. Сходы бывают иногда. А в других битком желудки набиты мормышем. Просто я очистил, вот, у меня все в мормыше, вот, на льду. Потом птички склюют. Вот такие вот пироги. Щука за неимением лягушат, там мышат, рыбки другой. Делать нечего, питаются мормышем. Хоть это и проблематично, допустим, сбор, как я понимаю. И легче, допустим, какую-то рыбку съесть хорошую и насытиться этим. Она все время, видимо, в поиске мормыша, собирает его. Я где-то вот поймал одну из щучек, и у нее прямо изо рта мормыш варится. Вот мне заинтересовал этот момент, думаю, дай-ка почищу рыбу и посмотрю, что внутри. Вот так вот бывает. Друзья, сработуля у меня, сработулечка. Давно не было сработулечек. Ну, точно не от ветра. Порывы были сильные, но сейчас по наутишь его крутит. Опа. Еще одна есть. Ну что ж, нормально. Восьмая щука с водоема взята за одну рыбалку. Всего сработок было около 10-12, наверное. Были несколько штучек пустых. Тоже грамм, 700. Щукарь, которого мы возьмем. Но чистить сейчас уже я, наверное, его не буду. Ребятки, на улице начинает темнеть. Я тихонечко продвигаюсь к леску, где находится моя землянка, чтобы прийти к ней культурно отдохнуть. Сегодня очень много сил было потрачено прийти сюда, все притащить. Весь день на ногах, присесть. Не то, что было бы некогда, мне было не было куда, чтобы не брал ничего, ни ящик, ни стульчик никакой. Весь день на ногах я вот пробовал. И вот сейчас иду, чтобы перекусить там плотничком. Перекусывать я, конечно, перекусывал на водоеме. Но сейчас я горяченькое там все приготовлю. Вкусненько, вкусненько я поем. Так что вперед. Что ж, друзья, ну сейчас мы уже находимся в землянке. Все, отдыхаем. Не напрягаемся, печка затопилась. Без всяких проблем. Дровишки приготовлены. Были сколько-то приготовлено. Сейчас еще запас сделал, чтобы не кончились они вообще. Потому что надо, чтобы сухие дровишки были всегда здесь. Грубо говоря, сколько-то использую. Остаток останется, но потом приду, опять это использую, других приготовлю. И как-то так все время. Что ж, сейчас будем заниматься приготовлением пищи.
пищи в дальнейшем. Ну, пока просто отдохну. Я не проголодался, пока чайку погоняю ближе. Там уже к вечеру. Сейчас темно-то рано. Времени начала 5-го, уже темно. Потом поужинаю. Друзья, я улегся на мягкую постель. Тепло, и делать нечего, неохота. Охота просто обалдеть. Тишина в лесу. Капец какая. Забитать не буду, просто обжарю одного щуря, которого сегодня поймал. Почистил его на водоеме, как объяснялось все. Ну, не знаю, мне хватит его одного перекусить с хлебушком. Тут никакие сверхблюда я не планировал делать, да и не умею. А перекусить свежеполненной рыбкой обжаренной всегда хорошо. В прошлый раз уху ловил, так-то, может быть, уху сварил. Ну, для разнообразия пожарим. Хотя, если честно, вчера дома жареного щука я ел. Маслица добавим. Сегодня попробую без муки обжарить. Как это получится без муки, не знаю. Сковородку сегодня промыл. Сейчас только что вода вся испарилась. Она нагрелась уже. Я думаю, можно опускать, пробовать рыбу. Сразу же запашок такой пошел свежей рыбкой жареной. Офигенно. Снял когту, жарко стало, здесь капец. +25. Для зимы нормально. На улице не сильно холодно. Где-то в районе 0, наверное. -2, может, максимум. Ну, сегодня такая погода была хорошая. Не таяло ничего. И не холодно. Весь день голыми руками ходил на балансир, пытался поймать рыбу. У меня были эти раковины, балансиры. Но ни на что из этого не мог. Блин, сегодня старался весь день отловиться. Ничего не получилось мне из этого. Так что вот как-то так. Только жерлицы работают. Намазал, да, для интереса, горчицу маленько. Конечно, если в муке бы обвалял, была бы корочка. Вот так она мясо побелила, она готова. Выворачиваем кусочки. Видите, не пригорает ничего, распаленная сковорода, хорошо. Потом еще можно будет поставить вот эти куски на ребро. Толстые, чтобы бока прожарились тоже. Ну так-то она, рыба свежая, готовить вообще молниеносно. Уже из боков рыбка пообжарилась. На ребро ставил, я имею в виду их. Пора их как-то бы перегрузить. Ах, красотища-то какая! Вот, друзья, главное блюдо дня. Щучка с горчичкой, назовем ее так. Не знаю, как на вкус, но вот горчичкой помазал с обоих сторон.
Сейчас пленка так вот подразмажем. Я думаю, она свою горечь все равно потеряла температуру, да, после обжарки. Должна лечиться. Так, в принципе, она сама по себе не сильно острая. Вот она, кстати. Думаю, будет вкусно. Вкусная рыба. Да, блин, рыба свежепоймана. Я ничем не горчица и не маслом растительным точно не испортит. Ужин готов, друзья. Приятного мне аппетита. Сейчас будем тестить то, что поймали и приготовили сегодня. Хлебушек, черный лучок. Свой с огорода. Блин, я в тот раз его тут ел сухой. Мне так понравилось. Сейчас дома каждый день лук ем. Вкусный. Капец. Конечно, с, лук, с супом лук лучше заходит, но и вообще полезно для здоровья. Очень вкусная жареная рыба. Очень в хорошем месте приготовлена. Сейчас перекусим. И тогда уже можно будет с чистой совестью ложиться спать. Вот это был перекус, так перекус. Всем перекусам перекус. Тарелка пустая. Кости остались. Куча костей от рыбы. Блин, в одну калитку такая рыбка сегодня поймана. Хорошо заходит одна. Остается маленько хлеба. Есть там сосиска, это у меня завтрак будет. Завтра долго здесь ходить, сидеть тоже не смогу я. Так, у меня дома дела. То есть я на ночь убирался, потому что сейчас так вот, я скорее всего пару дней не смогу убраться никуда. Но это вряд ли как-то скажется на роликах. Что ж, сейчас пью чай. Я уже налит. И, пожалуй, буду ложиться спать, потому что усталость дикая. У меня еще, правда, яблоко есть на завтра на утро, так что у меня с едой это все. Вот так.